Тебя приятно. У нас было два этапа. Один вот этот скоростной, второй вон тот не очень. Вот. Ну что, начнем с первого. Первый этап. Да, не буду это делать. Да, сначала первый этап. Начнем с первого этапа. Третье место первого этапа со временем 46,28 секунд у нас стал Гамза. Приз это. А машина какая, говорите? Говори уже, рассказывай. Да. Полный привод 2 литра. Все, я правильно отдал. Ручка, да. Мы старались. А кто за рулем был? Я. Поздравляю. Первый этап у нас второе место. Не вижу я его чего. Я здесь. Со временем 46.16. Рядышком, да. Мишка Дребор. Он уехал. А где он? Можно я за него возьму? О, давай, да. Сегодня вечером мы выпьем. Ну да, который потерял. Мишка Дребор. Машина, расскажи, какая была. А вот он расскажет. Лёх, расскажи. Двигатель, не знаю, два колеса только. Остальные сзади болтаются. Давай, первое место с первого этапа у нас занял со временем 45-41. Дункан Маклауд. Илюха, ты где? Нашим одноклубникам Кливом, но кто знает, тот знает, это такой вот рост, который он сам делает. Он говорит 11 миллиметров и такой слоган: и этот рост прослужит дольше, чем ваша машина. Желаю, чтобы Кливом и машина. Второй этап, тот, который грязевой. Да. Третье место. Со временем 1 минута 11 секунд и 81 сотая занял у нас Парамон. Ура! Серега! А где он? Здесь был. Чего-нибудь? Машина, рассказывай, какая. Ну хорошо, что. Все хлопали там сверху, да, Второе место на втором этапе со временем 1 минута 11 секунд и 31 сотая. Совсем прям рядышком было 81 до этого. Занял у нас Денис 09-09. Йоху! Ну, рассказывай, какая машина. Да нам 2 литра. Нам не за что. Автомат. Больше так не носись. И первое место на втором грязевом этапе со временем 1 минута 10 секунд и 13 сотых занял у нас Лех Шумахер. Лех, молодец! А ты вот оскал, может быть. Там машина, наверное, там. Игорь Слугин передал. Этот рост переживет твою Субару. А, и теперь у нас же общие зачеты. А что, подарок не взял, что ли? Только вот это, что ли? А зачем мне первое? А? За первое место пакет тебе что, не дали? Не знаю. Кирилл, а что, за первое место во втором этапе пакет не дают, что ли? Нашей прекрасной даме кролику за похождение очень классно прошла. А у меня штурман был хороший. Молодцы, молодцы. Штурман сам. Они сегодня разберутся. Ну что, общий зачет. Третье место. Со временем 1 минута
49,62. Поехал у нас Денис 09,09. Йо-ху! Опять машина! На каком машине сейчас? Второе место у тебя зачета. А как вы думаете, кто занял второе? Да говори уже. 1:48.31 занял у нас Промон. Спасибо, спасибо, всем спасибо. Маме. Спонсорам. Привет всем. Вот присутствующим, хочу передать привет. И первое место в общем зачете со временем 1:46.00. Он там еще сидит. У тебя будет время, полтинничек, полтинничек. Тебе а? Занял у нас Гамза. Он меня мучил всю дорогу. Будут награждать или не будут? Я говорю, что и не будут уже. У него был корыстный интерес. Переходим. Нет, я для себя отметила, что он остался. Давай встретим. Переходим. Эх, берегись, до Кукинцы вам едет клуб Тусан. До Кукинцы это до Кукинцы. Я понятно. Берегись, чувак. Я сейчас пистолетом. На старт выходит экипаж. Препятствий ждет нас 1000. Тусон, готовься на форсаж. Не подведи, дружище. Приклеен на борт номерок. Зачетку получили. ЕСТО, 4 ОК. Ну, с Богом. Покатили. Молодец! Еще нас провожали дети. Они тоже писали стихи. Это средняя Вероника, 8 лет. Мы маму с папой в путь собрали. Тепло одели их на ралли. Сам на сервис отогнали, потом его помыли сами. Им миллион советов дали, в бою удачи пожелали, чтоб к нам с победы приезжали. И еще одна, это Варвара, 9 лет. Дух спортивный к нам пришел, он же спринт с собой привел. И все вместе в бездорожье, на Тусане все возможно. Мы вручаем вам приз. Чтобы где-то машину удобно было мыть. Первый раз участвовали в конкурсе, как бы на победу в заездах сильно не рассчитывали, поэтому решили вот так. Домашнюю заготовку. Ну и, конечно, в литературном конкурсе нельзя не отметить Кирилла и его дочек Евген ТС, и Вика, и Настя. Где Евген ТС? Евген Ц. Читать будешь? Будет. Мы нашли себе машину. Ни Рено, ни Мерседестерку, ни девятку, а хундайскую тушканку. Мы с сестрой мы любим ездить, любим мультики смотреть, а еще мы любим драться и немножечко храпеть. Любим мы с сестрой, забравшись на передние места, руль крутить и кнопки трогать, хоть не дали нам ключа. В общем, всем он нам пригляден, можно долго говорить. Только жаль, что мы пока что не могем его водить. Вашей семье и детям в том числе. Приз. Пожизненный запас ручек. Знаете что, мы всегда большой радостью вас поздравляем, вас награждаем. Ну и вообще делаем вот это все для вас, потому что нам просто это очень нравится. И сегодня мне лично от себя еще, ну и, наверное, от вас тоже, хотелось бы вручить номер 1 Кириллу.
что он номер один. Императорская коллекция. Будь императором всегда. Меня в дурку потом не дай. А мы потом все подтвердим, что император. Медаль тоже снимай тогда. Он не мог участвовать в заездах, потому что руководил всем этим. Но приз, мне кажется, заслужил. Давай. И, конечно, мы очень рады всех вас видеть. Взрослые имели возможность поучаствовать в заездах, а дети просто, хотя бы за то, что они приехали, за то, что они уже сейчас вот в таком маленьком возрасте приобщаются к нашим выездам. Они подтаскивают дрова в костер, они помогают тащить машину, там советы дают. Шоколад сладкий, ты что? Они помогали нам варить сладкий шоколад, горячий. И, конечно же, для детей тоже мы приготовили призы. Всех детей зовем сюда. А я тоже ребенок. И тебе будет лапочка. Лапочки приедут, надо подарить. Шоколад нельзя, папе в карман кладет. Ну ничего себе, столько призов, прям вся в призах, вся в подарках. Спасибо. Еще девки есть? Есть. А Кукина еще ребенок. Ребенок. Диана. Ты ей взрослая, что ли? А какая? А спасибо. А Борюшки еще. О, лучше Борисе. Вова, ты что там стоишь? Вов, какую-нибудь деталь бы от разбитого Тусана. А что, там не осталось? На этом награждение закончено. Наверное, можно объявить конец мероприятия. Окончание. Да прям подходите. Дай Богу окончание мероприятия. Конечно. Народ, кто кружку забрал? Всем участникам последними. Подарок. Кому интересно, подписывайтесь. Это тем, кто за рулями был.